Расскажи о своей сестре. Ей почти исполнилось 14 лет. Это маленькая девочка. Маленькая девочка, которая испытывала трудности в школе. Прекрасная, красивая, с кучей интересов. То есть старалась там и читать, и учиться рисовать. И, ну, она очень много стеснялась там делать. И когда прихожу домой, мама разрешила ей, типа, на стене рисовать. И она же, ну, видела, как я расту. Она, типа, как артист. А, и на стене мои строчки, типа из песен. И за месяц до того, как она погибла, я обещал планшет купить. Говорю, Васёна, ещё сейчас... Что? Я сейчас поработаю. И вот ты спрашиваешь, откуда депрессия, блядь, вот ты. Это приносит скорее пользу или скорее... Ты утром встаешь и такой, все ли у меня хорошо? А я встаю и думаю, что у меня сестра умерла, у меня не все хорошо. И... Утром погибла. Васёшка была очень умной и близкой мне девочкой. Я бы уделил времени, просто нужно было чуть-чуть. Клевая легенда.